спрашивают, где наша Мирочка? Пришел вот на обед. А вон она. И кто тебе просил слазить, блин? Так лежала хорошо. Хотела снять. А я смотрю, слышишь, что? А эти друзья там лежат. Мордочки вперед. Пойду сейчас. Марсик с этим Жориком. Так красиво. Да там они в гараже. Ну сейчас они, наверное, сам. Тихо. Ну нет уже. Вот тут вот лежат две мордочки. Где? Вот они. Так красиво лежали. Все, сменили. Не гладь. Вика, ты что делаешь? Ни в коем случае. Ну так-то ты желание загадывал. Да, я забыл. Ну еще ж. Я забыл. Я два раза загадывал. Бля, неужели сбылось? Один же раз на козе, помнишь? А второй раз этот, подкова. Марсюха, неужели пришло сюда? Глянь, он не кинулся. Вот это чудеса. Вселенная, ты услышала мои просьбы. Смотри, Жорика гладят. А давай Мирика. Мирика, давай Лирика я поглажу. Лирик. Лирик не стал рисковать. На всякий случай. Сдернул. А давай Джерика поглажу. Джерик. Марсюнчик. Неужели правда? Лирочек, не хочешь рисковать, да? Правильно делаешь. Ну, смотри, он. Марсюнчик. Гладит, глянь. Марсик. А я ж загадал, там на козе сидел. Подкову наступал. Ой, Вик. Нет, глянь, работает. Работает. Марсик. Чудеса. Пойдем какую-нибудь вкусняшку ему дадим. Я тебе из моих личных печенье дам. Пойдем. Марсюха. Марсюха. Ну, мы еще не разобрали вещи. Еще чемодан. Дай какую-нибудь вкусняшечку. Есть там что-нибудь? Марсик, ну ты вообще, глянь. Земляне, вы видели? Погладили Жорика. И... Марсюха. Ну, заработал, да. Это все благодаря Вселенной. Ну и немножко Александру Доку, который Жорику дай же. Треснешь скоро. Вон же. Жорик, и тебе. А тебе-то за что? А тебе за то, что ты не пострадал. Жоржик, выходи, Мирка. Мирка, быстрее. Вылазь. Мирка, выходи. Ага, Мирка пока себя не спрячет, никуда не выйдет. Ну что, видели? Вселенная. Все работает. Загадывайте желания, и они будут выполняться. Вот одно из них сбылось. Помните, я говорил, хочу, чтобы Марсик не дрался с Жориком. А? Все? Все, вот они, два друга.